известная всей стране. Благодаря фильму «Интердевочка» актриса Ирина Розанова показала свою уютную квартиру и откровенно рассказала о том, как заработала на собственное жилье и какие отношения у нее сложились с бывшими возлюбленными. Так уж получилось, что своего жилья у актрисы не было почти до 50 лет. Сама она об этом не думала, а от всех мужей уходила практически с одним чемоданом. И это несмотря на то, что среди бывших возлюбленных Розановой были весьма состоятельные люди. Розанова утверждает, что из ее бывших мужей получаются неплохие соседи. Например, один из них, Григорий Беленький, живет сейчас в такой же квартире, расположенной над апартаментами Розановой. И что бы ни происходило между бывшими супругами, Ирина уверена, что Григорий всегда придет к ней на помощь, как и она к нему, ведь как ни крути, а люди не чужие. Квартира у Ирины просторная и стильная. Много свободного места, светлые крашеные стены, декоративные детали, картины. Розанова живет в этой квартире одна. Кухонная зона выдержана в холодных серо-голубых тонах, стены оформлены оригинальной мозаикой, а общую цветовую гамму и стиль поддерживают необычные светильники, напоминающие классические жестяные ведра. Столовая зона, примыкающая к кухне, зонирована не только бежевым цветом, но и отделена кухонным островом. Одной из самых примечательных зон в квартире является холл. Там размещен диван в мелкую полоску, который украшен декоративными подушками. Интерьер обеденной зоны выполнен в минималистичном стиле. В зоне отдыха в гостиной присутствует более оригинальная мебель. Центральное место занимает кожаный диван, рядом с которым находится журнальный столик из древесины. В квартире имеется множество комнатных растений. Спальня хозяйки квартиры оформлена в светлых оттенках с преобладанием бежевого цвета. Пол комнаты украшен ковром с необычным принтом. Центральное место в спальне занимает большая двухспальная кровать, изголовье которой выполнено из натуральной древесины. Около кровати располагаются деревянные тумбочки с настольными лампами. Абажуры ламп изготовлены из ткани. А как вам апартаменты актрисы? Делитесь своими мыслями в комментариях.